Этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну, чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на мини-карте на себя. Дальше. Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Что еще? В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание, ранг, группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал, и только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь кому, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На мини-карте они отмечаются красным. Друзья отмечены зеленым, нейтралы – желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. В мародерстве помогает. Что еще? Ах да, есть дневник. Ну, тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна. Плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг». Увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Глядишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает, твои собственные успехи заносятся в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия. В нее заносится информация о зоне и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука. Даже переговоры вояк местных ловит. Правда, радиус действия не очень, метров 500.
Вот моя рация тянет на 30 километров, так что я тебя всегда найду. Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советом. Ну, что? Все ясно? Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. Уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Удачной охоты, сталкер. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи.
Оружие убрал? Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию.
Обходим! Заходи сбоку, заходи! А ну, чики-брики в дамке! Мандражой, пацаны, обходим! Тихо, пацаны, на цирлах. Происходит. Блин, денек выдался. Мать вашу, меня кто-то спасать будет или как?
спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя.
Оружие убрал? Вот это как медом помазал! Завязывай, ладно? Надоело. Анекдот. Приходит новый русский к столу и говорит: «Слышь, ты, мне артефакт нужен, золотая рыбка спать. Хочу, как все пропаны, чтоб на шею носить, как ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный, я ж не в трусы засуну».
Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Ну, удачной охоты, сталкер. Thank you.
Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Пристрелю! Пацаны! Ты ствол-то убери сперва, потом поговорим.
Опять эта сволочь меня с патронами Ну, здорово! Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Меченый, я тут поразмыслил на досуге и хочу тебе кое-что предложить. Тебе, по большому счету, нужно искать своего стрелка, так ведь?
В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Ну, что скажешь? По рукам? Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны. А ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего НИИ «Агропром» что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню? Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре «Сторинген». Координаты я тебе скину. Все ясно. Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад и через пару километров выйдешь к «Агропрому». И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну, удачи! Рукой махну, все смеются, ясно? Сидят, значит, на берегу озера твой остался. Первый говорит. Режем, что мы будем делать. Я буду знать, я не знаю сколько. Сижу, что будет. Точно, точно. Будет сапать. Хотя вот с моста почему-то шерсть обрезать. Не вовремя стало. Врачу не стоили показаться.
нет, убери ствол, тогда поговорим. Так и загнешься. Не за хвост собачий. Сегодня плестись.
Веселей! Ну давай!